Самолет вылетел из аэропорта Якутск по расписанию в 7 утра, время местное. В процессе набора высоты сработала сигнализация неисправности передней стойки шасси. Командиром воздушного судна было принято решение вернуться в аэропорт вылета. После выработки топлива в 8:55 часов самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска в штатном режиме. На борту находилось 96 пассажиров и 5 членов экипажа. Сейчас работает комиссия для определения причин, приведших к незапланированной посадке. Авиакомпания «Якутия» приносит пассажирам извинения за причиненное неудобство.